и продать. Как я уже сказала, ничего не предвещало беды. И сегодня нам пришло сообщение, что два вида валют, которые похожи, они ликвидируются. Это было очень странное заявление, но мы не можем на это повлиять. И просто нам нужно с этим смириться. Вот мы продадим 3 штуки за 52. Подождем, пока они продадутся. 3 штуки по 37. И еще у нас останется еще почти 3 штуки. Это половина. Можем даже попробовать по 51 продать, но вероятнее всего сейчас его заберут по 52. Ждем, обновляем. Ага, он опять падает. Угу. Почему? Смотрим на биткоин. Биткоин прыгнул. Я думаю, что это все-таки будет вниз идти он сейчас. Немножко вниз. Видите, он прыгнул. Тут скачок вниз. Там поднимается. Там падает. Тут скачок будет вверх. Ждем. Еще немножко. Не сильный был скачок. Осталось 1,5 часа до отмены тех токенов. И нам нужно максимально выгодно продать наши токены. Наша ставка 52, 3 штуки. Ждем, когда она дорастет. Булл, который мы продали в прошлом видео, так и не меняется. И сейчас мы смотрим, как биткоин еще немножко падает, что приведет к росту бира до нужной нам величины. Должно привести. Ну, давай. Вот по полученным потерям. Мы в прошлом вложили $270 в эти два токена. И теперь получим с них только 170. Но это риск, на который стоит идти. Если бы мы вложили $1000, было бы обидней. А так вы знаете, что может произойти. Поэтому используйте это для своего обучения. Так, ну что тут происходит с биткоином? Угу. Вот мы все-таки решили продавать по 12,44. Потому что биткоин растет. Давайте попробуем по 12,44.
Посмотрим. Смотрим открытые ордера. Возможно, придется по 12.43. Угу. И он же упал. Подождем чуть-чуть, когда вырастет. Закрываем ордер.